Ну вот, Ванюша, теперь все будет хорошо. А теперь давай попробуй-ка сам, а? Давай. Немножко ему нельзя. Ничего. Больно. Не волнуйся. Сам, попробуй. Осторожно. Ну, погоди. Ой. Теперь сам пошел. Молодец. Ванюша, а вот костылики теперь тебе больше не понадобятся. Да. Ты про них забудь. Иди ко мне сюда. Иди, мое солнышко. Ты мой мальчик. Ты мой золотой. Ну, тогда мы пойдем. Спасибо. Куда пойдем? Вам надо в монастыре остаться переночевать, потому что мы завтра с отцом Филаретом мальчика твоего в храме причастим. Хромать больше не будет никогда. Я не могу остаться. Мне на работу надо. Да что я тут с вами? В игры играю? У меня билет на поезд. И тебе что же? Сын родной дороже? Да. Или работа? Мне на работу тоже надо. Уйди. Уйди ты за глаз моих. Уйди. Уйди. Сиди сюда. Вы что же это задумали-то? Себя не жалеешь? Ребенка пожалей. Калекой ведь останется. Оставьте! О, дрех! Оставьте его! Оставьте его! Вы что делаете? Отдай, Ваня! Ваня! Пойдем. Не боись. Оставьте его, Ванечка! Не боись. Ваня! Меня с работы выгонят. Любишь свою работу? Я люблю свою работу, я очень люблю. Вы понимаете, мы проект задаем, и у нас полкп на работе ночует. Да у вас там трубу прорвало, всех кипятком залило, и на 3 дня за свой счет всех и отпустили. Так что не переживай. Ну, вот же вы знаете.